Всем большой привет! И сегодня в видео я вам хочу показать, что находится в моем телефоне. Телефон у меня называется Honor 8 Lite, это если будут насчет этого вопросы. И вот так он выглядит сзади. И давайте же начнем. В телефоне очень прикольная заставка, потому что она все время меняется. То есть вот. Очень прикольно. И вот так вот выглядит мой самый главный рабочий стол. В этом телефоне нету меню, поэтому все у меня раскидано на две страницы и по папочкам некоторые приложения. Сейчас вам покажу приложение, которое находится на главной странице. Здесь слушай Яндекс. В принципе, это как Алиса, но я им пользуюсь, когда мне скучно, хочется поболтать. Дальше здесь это WhatsApp и Viber. Это приложение, которое есть почти в каждом телефоне. Дальше здесь Яндекс, наш любимый ютубчик. Обязательно подписывайтесь на меня, если вы этого еще не сделали. Дальше здесь погода. Конечно, на улице сейчас не прекрасно, очень холодно. Печаль, беда. Дальше это Инстаграм. На Инстаграм тоже можете подписываться. Иногда я выкладываю фотографии, но чаще всего я выставляю истории. Так что обязательно подписывайтесь. Дальше здесь приложение Google, которыми я вообще не пользуюсь. Play Market, моя галерея и камера. Все, главное приложение здесь, которым я чаще всего пользуюсь. И переходим ко второй странице. Здесь намного все интереснее. Первая папочка — это инструменты. Здесь диктофон, FM-радио, фонарик. Тут, в принципе, не так все интересно. Дальше моя любимая папка — прочее, потому что там все, что только можно. Первое — это приложение «Умный транспорт». Там можно смотреть, где едет автобус. И можно смотреть, через сколько минут они будут на какой-то остановке и вообще, где они находятся. И это очень удобно, потому что мне они спасали очень много раз. Следующее приложение — это InDriver, тоже связано с поездками. Здесь можно вызывать такси, кстати, очень часто им пользуюсь. Приложение «Где посылка?» — я здесь смотрю посылки с Алиэкспресса, почта Mail.ru. Зайцев нет. Я, кстати, очень редко там слушаю музыку, потому что я чаще слушаю его ВКонтакте. Следующее — это Snapchat, которым я вообще не пользуюсь. Любимый переводчик, чтобы переводить на уроки английского. И вообще не английского, просто иногда очень часто пользуюсь им. Shazam, наверное, все знают его. Следующее — это клавиатура, которым я пользуюсь. Называется она SweetK. И Change Your Voice. Это приложение, где я меняю голос на мультяшный. Это, кстати, актуально для тех людей, которые снимают видео, когда озвучивают животных. Это, кстати, очень прикольное приложение. Там можно не только готовые звуки брать, например, можно их редактировать. Там есть специальные функции, можно сделать его более длинным, более грубым, более писклявым. И очень прикольно. И вот в этом приложении можно все редактировать. Правда, минус в том, что здесь очень много рекламы. Следующее — это музыка, видео и мое любимое приложение с браузер, где я люблю смотреть фильмы, сериалы, потому что там это делается очень и очень удобно. Часы, календарь, настройки и игры. Play. К играм я вообще к ним не сильно, более как равнодушна, но иногда, когда скучно, хочется себя чем-то занять. Здесь есть игра «Дурак». Как бы карты, в принципе, логично. Дальше игра «Тап-тап-даш». Кто не знает, что это за игра, здесь надо проходить уровни. Примерно вот такие. Ну, в принципе, вот так. Самая часто посещаемая папка — это «Шоп». Первое — это приложение «Красное-белое». Я там смотрю, есть ли в наличии мои вкусняшки. Дальше это приложение «Алиэкспресс». Все знают его, все любят его. Очень часто залипаю, смотрю какие-то интересные товары, но никак их себе не покупаю. Очень странно, да? Дальше это приложение Макдональдс. Я человек, который слепой и не видит витрины с меню. Я настолько слепой, что этого всего не вижу, и поэтому мне актуальны всякие приложения с фастфудами, где можно посмотреть их меню. И для меня это очень удобно, потому что там можно сразу и цену посмотреть, и всякие акции. Дальше это Озон. Я там иногда смотрю книги. Дальше это Юла и Авито. Часто там залазю, смотрю что-то, цены изучаю, кто что продает. Иногда себе тоже что-нибудь покупаю. И мое любимое приложение — Лабиринт. Там я всегда заказываю книги, только там. Я почему-то не люблю ходить по книжным, потому что в наших книжных очень маленький выбор тех книг, которые интересны мне.
И плюс там очень сильно завышают цены. Уже, наверное, третий год или второй год я всегда заказываю там. KFC, но та же самая система, что и с Макдональдсом. Дальше Fix Price, тоже смотрю, какие у них там ассортименты появились, что-то новое. Так, дальше здесь Сбербанк, я им не пользуюсь, Avon Catalogs тоже не пользуюсь. И моя любимая — это Додо Пицца. Там я заказываю пиццу, очень-очень невкусная пицца уж, просто пальчики оближешь. Дальше калькулятор и Gizmetio. Кстати, Gizmetio в последнее время очень странно показывает погоду. Честно для меня, тут показывает минус 33, в том приложении было минус 27. Тоже смотрю погоду, кстати, очень холодно. Дальше это последняя папочка, где я редактирую свои фотографии. Я в нем обычно рисую на фотографиях. Кстати, очень удобно. Я тут часто изменяю фон, если, например, небо можно сделать черно-белым или каким-нибудь таким более ярко-розовым или ярко-голубым. Мое самое любимое — это Snapseed. Там можно редактировать яркость, контрастность, насыщенность, баланс белого. Это просто прекрасно. Вот, например, возьмем вот это фото, и можно здесь инструменты, например, можно сделать баланс белого, сделать фотографию более темной, более синей или наоборот более теплой. И очень классное приложение, мне очень оно нравится. И на этом было все. Обязательно подписывайтесь на группу Ричи, там я выкладываю всякие посты о том, как наши прошли прогулочки, фотографии, видео, всякие итоги дня, новости, всякие достижения я всегда выкладываю в этой группе. Подписывайтесь обязательно. Всегда все ссылки на социальные сети, группы у меня под каждым видео в описании. Там есть моя страница ВКонтакте, где вы можете пообщаться со мной. А на этом было все. Всех люблю и всем пока.